Здравствуйте. А вы знаете, кто у нас аким города? Бауыржан. На Б как-то фамилия. Байбек. А дальше уже как-то сложнее. Бауыржан Байбек, конечно. Как? Байбек. А имя? Ой, не знаю даже. Аким города? Нет, не знаю. Байбек. Бауыржан. А фамилия? Так, фамилия. Сейчас что-то голова не работает. Не знаю. Балатбек. Что-то точно не знаю. Ну, молодой парень. Байбак. Оскар Байбек? Нет, не знаю. Баха Байбек? А имя? Бауыржан Байбек. 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 Нет. Нет, не знаю. Не знаю. Да. Бауыржан Байбек. Байбек, кажется. Байбек. Как его? Бауыржан Байбек. А его работе что вы можете сказать? Не знаю, вроде бы нормально. Начало хорошее. Чувствуется сразу в городе. Убрали вот заборы, свобода как-то. Ну, чудно. Может, это и хорошо, но с другой стороны. Если детский садик, то там забор должен быть. Как они будут гулять, дети? Во всяком случае, в городе получше стало. Заборы хоть эти поубирались. Как бы вот Арбат сейчас весь приводит в порядок. Мне это очень нравится. Это исторический центр нашего города, и я думаю, что это будет очень прекрасно. Вам нравится его работа? Ну, посредственно. Ну, именно дороги меняют. Сейчас вот на Панфилова это сделал проходную для людей. То есть это очень красиво, я считаю. Там даже Шевченко, Курмангазы, двухсторонняя теперь. Очень много интересного, нового вводится в город, но тем не менее, также с такой же интенсивностью и разрушается, мне кажется. Реставрируют, что-то делают. Ремонты вот идут сетей тепловых. Потом на улицах мне нравится, что поставили вот эти различные тренажеры. Он ничего из того, что наворотили предыдущие акимы, он еще не изменил. Значит, что он сделал, мне неизвестно. Мне нравится то, что сейчас рельсы убирает у нас. И чисто у нас в городе, да. Хороший, грамотный специалист, молодой, перспективный. Мы прекрасно знаем, что он, во-первых, музыкант, во-вторых, получил образование за границей. Правильно? Молодой, перспективный, что не все сразу делается в стране. Что-то надо, не надо ругать то, что делается, а надо ругать то, что не делается.